Четыре штрафа за сегодняшний день выписали сотрудники ГИМС в Нюрбинском районе. Ежедневно они проводят рейды и пытаются не допустить выезда транспорта на неокрепший лед. Его толщина на реке Марха сейчас составляет 15 сантиметров. Это ниже минимально допустимой толщины на 7 сантиметров. Но несмотря на это, водители, рискуя своей жизнью и жизнью пассажиров, выезжают на опасный еще неокрепший лед. Они игнорируют все запрещающие знаки, а некоторые, чтобы избежать штрафов, закрывают номерные знаки, что запрещено законом. Во время сегодняшнего совместного рейда было составлено 4 протокола. Этим водителям грозит внушительный штраф. Для физических лиц до 5000, для должностных лиц до 50000 и для юрлиц там вплоть до 1 000 000 рублей. Ориентировочно примерно открытие ледовых переправ планируется с 25 ноября по 1 декабря. Все будет зависеть от того, как будут оборудованы ледовые переправы.